Здравствуйте, в эфире Дуна Ты. Как всегда, с вами Леонила Антонова. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Танкович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, когда знакомиться с дамой, снимают головной убор. Снимай. Сними. Дмитрий, у меня в передаче такая традиция, мои гости всегда представляются сами. Что можете о себе сказать? Кто вы такой? Я телевизионный ведущий, сценарист, изредка актер. Вот. Да и все. Зовут Дмитрий Танкович, ничего не изменилось. Ну, что занимает все-таки большую часть вашей жизни? Актерство или... Работа. Нельзя называть там актерством весь спектр моей работы. Но все-таки вот работа в качестве ведущего, в качестве сценариста, креативного продюсера занимает 90% времени. Вы можете себя трудоголиком назвать? В какой-то степени, да. Зачем вам это нужно? Мне нравится. Почему? Ну, сложно сказать. Вообще в детстве, когда я, ну как в детстве, я закончил школу и почему-то поступил в Белорусский государственный экономический университет, и только потом, через 2 года, я понял, что мне, в принципе, это не интересно. И начал заниматься тем, что мне было интересно. Ну, поэтому мне работа в радость, меня это не напрягает, мне нравится. Ну, она ведь отнимает ваше личное время, правильно я понимаю? Почему? Нет, вы умеете совмещать? Конечно, приятное с полезным, что может быть лучше. Ну, просто обычно артисты говорят о том, что когда погружаешься в работу, то не остается времени на личную жизнь. Обманывают. Врут? Конечно, я вам объясню, почему каждому артисту хочется показать свою значимость и рассказать, какая у него сложная профессия. Не верьте. У нас работа проще, чем у человека, который у мартеновской печи стоит. Поэтому... Вот я впервые, честно говоря, слышу такой ответ, и мне всегда интересно было, признается ли кто-то из артистов в этом. Ну, не хотят. Я же говорю, каждый хочет показать, что у него очень тяжелая работа, ему сложно вживаться в роль, выходить на сцену. Неправда это. Хорошо, вы артист, да? Вам свойственно примерять маски на сцене, возможно. Как, насколько отличается ваш образ от сцены и образ в повседневной жизни? Какой вы в быту, одним словом? Если мы говорим о работе ведущего, то я считаю, что там маски не нужны, потому что, по сути, ведущий – это не роль. Это человек, который является каким-то наверняка интересным человеком, который способен повести зрителя за собой. Every day I'm shuffling. Только почему, например, из актеров не всегда получаются хорошие телевизионные ведущие? Потому что актеры почему-то считают, что они выходят и играют какую-то роль. Ну, наверняка бывали случаи, когда вы выходили в плохом настроении. Тем не менее, зрителям ведь нужно нести только лучшее. Ну, а это уже немножко другая штука. Зритель не должен страдать из-за того, что у меня плохое настроение. Поэтому есть, конечно, вещи, когда ты сам себя просто... вгоняешь в нужное состояние и в этом состоянии. А как работаешь. Вы это делаете? Да не знаю, нужно на автомате. Сама мотивация какая-то? Да какая? Мотивация же простая, выйти хорошо отработать. Поэтому берешь, заряжаешься, думаешь, что все хорошо, и идешь, работаешь. Вы сегодня ведете такое огромное количество проектов на украинском телевидении. Ну, не огромное. Ну, большое, хорошо. Ну, несколько. Не один, скажем так. Не один, да. Да. Несколько. Как вы считаете, почему именно вы занимаете это место? Почему никто другой? Ну, если вам так откровенно говорить, потому что так решило руководство телеканала СТБ. Вот и все, ответ на этот вопрос тоже достаточно. Ну, вы же наверняка знаете в себе какие-то достоинства, за которые руководство вас ценит. Никогда не беседовал со своим руководством на эту тему. Наверное, да, что-то есть, что заставляет их остановить выбор на моих кандидатах. Ну, вы вообще самоанализом часто занимаетесь? Да, бывает рознь в себе. Но это не всегда полезно. Какие вопросы вы зачастую себе задаете? Зачем? Самый основной вопрос, который, в принципе, наверное, каждый человек себе задает. А зачем что? Ну, зачем вот этим всем заниматься? Так, и что вы себе отвечаете? Если бы я нашел ответ, я бы сейчас сидел какой-нибудь в костюме от Далай-Ламы и рассказывал вам о смысле жизни. Но ответа на этот вопрос я еще не нашел. Ну, как вы считаете, вообще возможно найти ответ на этот вопрос? Ну, то, что является прогрессом, это есть, наверное, попытка человека
отдельно взятый отдельный цвет. Это одно и тот вопрос. Вы говорите о прогрессе личном или о прогрессе масштабном? Ну, о человечестве. Ну, если мы уже так масштабно начали беседовать. А если говорить о вас, то как вы считаете, можете ли вы конкретно ответить себе на самый животрепещущий вопрос? Ну, это сложно сказать. Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы уже знал ответ на предыдущий. Понимаете, это взаимосвязанные штуки. Логично. Хорошо, давайте поговорим о вашей тогда актерской деятельности. Какую роль мечтаете сыграть? Вот такой банальный вопрос, но тем не менее. Нет у меня. Было бы странно, если бы я сейчас рассказывала о Гамлетах и прочее. Слушайте, ну вы создаете впечатление такого человека, либо который пришел на интервью вообще с отвратным настроением, нет, либо человека пофигиста по жизни. Насколько вообще вам присуще? Не пофигизм, это здоровый цинизм. Почему пофигизм? Нет. Здоровый цинизм, да? Конечно. Хорошо. Уверена, что в детстве вы не были циником, правильно? Нет, наверное, нет. Цена вас изменила или что? Да нельзя сказать, что я изменился так сильно. Просто к этим вещам надо проще немного относиться, мне кажется. Опять же, когда люди сидят и рассказывают о том, как они видят себя в роли, не знаю, опять того же Гамлета и хотят посвятить этому всю жизнь, я в это не верю. Потому что роли, от которой бы вы отказались, например? Ну, наверняка есть. Я бы прежде в первую очередь прочитал сценарий. Да. Должно быть интересно. А роль, ну, опять же, я не профессиональный актер, поэтому не сложно сказать. А вы суеверный? Нет. То есть в гроб бы легли? А что? Ради роли. Ну, если там подушка мягкая есть, то что нет. Главное, чтобы не твердо было. Вы комфорт удобно. Любите? Очень. Да? Гримерка у вас шик, блеск, красота? Нет. А что такое комфорт для вас? Чтобы было спокойно, чтобы была водичка, чай, в принципе, мне достаточно. У меня спартанский комфорт, понимаете, мне особо не надо. Мне не нужны розовые тюльпаны, официантка обязательно в бежевом платье. Нет, этого не надо. По прошлому КВНовскому, скажем так, скучаете? Нельзя сказать, что скучаю, просто вспоминаю с какой-то любовью, трепетом, потому что, в принципе, наверное, были самые яркие моменты жизни. Что самое яркое запомнилось? Почему КВН? Ну, это что, особая что... команда или... Особая дух? Команда, прекрасные люди, коллектив, с которым мы вместе отработали, наверное, лет 12-15. И сейчас продолжаем вместе работать. Это победа, это поражение, это вместе пережитые какие-то события. Ну, давай, допивай, коли начал. Соперничество было? Внутри да, коллектива? Внутри. Нельзя сказать. Мы все-таки шли вместе к единой цели. Ну, у нас никогда не возникало споров, кто пойдет говорить какую шутку, какого. Ну вот Владимир Зеленский все время говорит с гордостью о том, что та команда, с которой он начинал в КВН, сейчас идет с ним по жизни. Что случилось с вашей командой? Вы до сих пор все вместе или кто-то уже занимается разными вещами? Все в Киеве работают. Единственное, что отличается с командой, мы работаем вместе. Сотрудничаем с телеканалом СТБ, двоих еще наших ребят, собственный продакшн, ну и двое еще работают на новом канале, второй на Интер. В принципе, все связали свою жизнь с телевидением, все пересекаемся, выпиваем. Ну, нормально. Все как у людей. Абсолютно. Дмитрий, а что для вас означает такое явление, как украинское телевидение? Украинское телевидение на сегодняшний день, если брать все страны постсоветского пространства, это самое перспективное, самое инновационное телевидение. Так, перспективное, ну, потому что еще не дошло до какого-то определенного уровня, есть момент развития, либо потому что талантов много? Оно перспективным становится в первую очередь за счет конкуренции, на мой взгляд. Мы имеем там 6 топовых каналов, которые каждый день соперничают друг с другом за рейтинги и так далее. Во-вторых, здесь, опять же, существует несколько холдингов, да, которые борются друг с дружкой, что тоже способствует тому, что вкладываются деньги немалые и в создание собственного контента, и в развитие того персонала, который сейчас работает. Поэтому, мне кажется, здесь вот все это дает некую масштабную площадку, потому что здесь телевидение именно в Украине было более интересно, чем, например, в России. Тогда задам такой вопрос. Смотрите, практически, ну, насколько я, да, как потребитель этого контента могу судить, практически все продукты, они, назовем это словом, дублированы с российского телевидения, России, Запада и так далее и тому подобное. Вот в чем разница вот между российским все-таки телевидением и украинским?
Что их отличает? В Украине, Украина, вот то, что вы называете, дублирует, это покупает телевизионные форматы. Но если мы посмотрим на то, как эти телевизионные форматы реализовываются, то вы увидите, что в Украине не реализовываются качественно. Даже посмотреть тот же X-Factor, который выходит на СТБ, и аналогичный А-Factor, он там назывался на канале России. Ну, это, извините, это небо и земля. А тогда вопрос такой, почему так много украинских шоу-бизнес-деятелей стремятся все-таки на большую сцену России? Деньги. Ну, это же очевидный ответ. Если мы говорим о тех, кто работает в кадре, понятно, что, или там, не знаю, исполнителей, певцов, неожиданно становятся, там, не знаю, ведущими, членами жюри. Понятно, что их интересуют деньги, это нормально, что скрывать. В России их больше. Рекламный рынок российский больше 10 раз, чем украинский. Вас деньги интересуют? Ну, во вторую очередь. Естественно, как на любого нормального человека они меня интересуют, но так, чтобы у меня это была самоцель, не. Я тебе заплачу! Вот ты сколько в год получаешь? 12 рублей. А я дам тебе 1 000 000. Глупец. А сколько это? Во вторую очередь, а что в первую все-таки? Развитие. Саморазвитие. Ну, по сути, да. Потому что когда-то очень хороший человек сказал мне замечательную вещь, надо стать профессионалом в своем деле, и потом деньги начнут липнуть сами. Он абсолютно оказался прав. Я, насколько знаю, вы родом из Минска, да? Да. Господи, ну вот я и в родной деревушке, а! Красота-то какая! Вы сейчас ведете там какие-то проекты на телевидении? Нет. Перебрались полностью в Украину? Да, ну, к сожалению, белорусское телевидение – это беда. Но, с другой стороны, чего можно ожидать от телевидения, которое там не конкурирует друг с другом? Где до сих пор не меряются телевизионные рейтинги, где все каналы принадлежат государству, соответственно, они не развиваться особо смысла никакого. Вас можно назвать патриотом своей родины? Да, наверное, можно. Почему вы здесь? Почему вы не своим талантом не помогаете родной стране? Вы знаете, мне кажется, бессмысленно помогать тому, кому эта помощь не нужна. Зачем? Если бы я был нужен и востребован в Беларуси, то, наверное, я бы там продолжал работать. Можно уточнить, мне нужна помощь Дмитрия Танковича, либо просто толкового, талантливого? В данном случае Дмитрия Танковича. Я не знаю, может быть, я не подхожу по каким-то параметрам для Беларуси. Это нормально. У меня нет, знаете, такого, ах, как это, родина сказала мне нет. Ну, нет, нет. Ну, не надо, не надо. А в чем тогда патриотизм заключается? Ну, вы знаете, я 12 лет отыграл в команде и в КВН, и были у нас предложения поменять название, вплоть до того, что у нас поменялось бы название города, который мы представляем. Но мы отказались, несмотря на то, что в тот момент мы, по сути, играли за свои деньги. Мы ездили, зарабатывали их на концертах, потом тратили в Москве на то, чтобы жить, есть, выступать. Ну, честно, ради собственной славы или все-таки ради чего? КВН? Угу. И свои деньги вложены. Вы знаете, я не знаю, как сейчас, когда мы начинали играть, у нас не было вообще мысли о том, что это может приносить деньги, что это может дать славу. Нам просто нравилось этим заниматься. Я сейчас не лукавлю отнюдь. Позже, когда мы уже, естественно, вышли там на какие-то профессиональные рельсы, мы поняли, что да, это приносит какой-то определенный доход. Почему нет? Опять же, повторюсь, сам там еще мы играли в Москве, мы все заработанные, по сути, деньги тратили на то, чтобы отыграть игры в Москве и так далее. Вот. Потом наступил момент, когда мы поняли, что, в принципе, каждый не сможет вернуться к той специальности, которой он обучался в университете, поэтому двинулись дальше в этом направлении. Вот и все. Не жалеете? Хорошо, что для вас вечно? Вечно? Интервью? Надоело? Да нет, нормально. Хочется сбежать? Да нет, я ж... Чего бежать? Да я не знаю, ну... Это... Мне сложно отвечать на такие вопросы. Что для меня вечно? Не знаю. Хорошо, тогда я прицеплюсь к вам с вопросом, который я задаю многим представителям, скажем так, комедийной отрасли. Все-таки, если учитывать ваше КВНское прошлое, отнесу вас туда. Вопрос такой. Почему аншлаг, кривое зеркало ушли в никуда? Сейчас Comedy Club рулит всей этой сферой. В чем секрет?
Ну, понимаете, в чем дело? Нельзя сказать, что аншлаг и, аншлаг и там Петросян ушли. Просто их зритель стал гораздо старше. Вспомните, когда они начинали, это было, наверное, 80-е годы, да, их зритель тогда уже был 40-летний. Потому что они все-таки шутили для людей старших поколений. Ну, сейчас прошло 30 лет. Вы понимаете сами, что их зритель уже стал, ну, в том возрасте, когда иногда, возможно, даже тяжело включить телевизор. Если мы говорим, прошу прощения, что я перебиваю, про Comedy Club, то как раз у Comedy Club сейчас их зритель, вот, молодежь, и дальше 25, 30, 40 лет. Что будет там через 20 лет, давайте посмотрим. Вот я хотела уточнить, правильно я понимаю, что по этой логике через 20 лет и зритель Comedy Club исчезнет? Не факт. Comedy Club, в отличие от тех же аншлаговцев, это группа людей, которая, во-первых, очень профессиональна, во-вторых, она понимает, для кого она работает, в-третьих, она понимает, что она делает, и самое главное, она понимает, зачем она это делает. Поэтому я уверен, что вот, опять же, у того же Comedy Club очень большое будущее. Аншлаговцы этого не понимают. А КВНщики? Не все. Ну, до знаете, сих пор очень большая ошибка у КВНщиков, в том числе и у нас была, когда после завершения карьеры в КВН мы пришли на телевидение и вдруг решили, что мы понимаем абсолютно все в этом. И прошло, чтобы не соврать, наверное, года два, прежде чем мы так опустились на землю и поняли, ребята, здорово, КВН показывали по телевизору, только все-таки это разные вещи. И вот те, у кого хватает ума понять, что это все-таки другая история, что ее надо заново, по сути, изучать и по-другому относиться. КВН – это одно направление, телевидение – это все-таки другое. То те, естественно, добиваются успеха. Дмитрий, спасибо вам большое за разговор. Не буду больше вас мучить. Готовьтесь к концерту. Мучайте. Очень только было электроды приятно. Только электроды оцепите. Вот тут, так, да. Дорогие друзья, отпускаем Дмитрия Тумковича готовиться к концерту, к его очередному выступлению. Мы с вами увидимся ровно через неделю. С вами была Неонила Антонова. До свидания. Благодарим партнера проекта «Салон-магазин Арт-Оптика». Благодарим партнера проекта «Салон красоты Аделина».